А вот, говорит, будет такое время, говорит, птицы железные полетят, говорит. И говорит, вообще, говорит, будет обтянуто проводами, как щитями. Угу. Потом бабка-то раньше умерла, угу. А потом самолеты уже полетели. Он говорит, вот, старуха рано умерла, вот железные эти птицы уже и полетели. Понятно. Что еще приговаривал он? Вот все вот он говорил. Говорит, вот не увидишь человека, а будешь слышать, как он говорит. А вот это радио-то было, это радио провели. Он все, тогда еще эти были круглые такие. Первые-то радио были круглые такие. Он подойдет и говорит, интересно, что, и как он говорит, и где он там помещается. Понятно. То есть это не всерьез, это как шутка такая была, да? Так не почему, они просто вот они не представляли этого никогда, что вот это что-то будет. Но вот это в Писании, оно уже было писано. Ну да. Вот они считают, вот это по Писанию, они все.